учитывая, что программное решение у нас лицензионное, компания и кафедра, ну и наш университет и кафедра является провайдером CSVA, нам дает возможность лицензировать специалиста по программе CSVA, CSVP. Дети получают сертификацию, они сдают экзамен по интернету, получают именной сертификат. Сегодня мы не целуемся. Владиславу Волкову. Сертифікат отримує Павло Черниш. Нема Павла, да? Так? Є Павло. Все чудово. Ірина Єрьоменко. Олександр Підпалий. Точно ні? Добре. Антоніна Касьянова. Є. Давайте я вас проведу. Дякую вам. Віталій Симоненко. Твардовського нема, так? Дякую. Так, Володимира Твардовського немає. Далі Денис Боднар. Дарина Норенко. Василь Куниця. Все, так? Данные сертификаты, это, наверное, на первом курсе нам всем говорили, вот вы будете получать сертификаты, это была какая-то заоблачная мечта, о которой все думали, что это могут только самые сильные, самые умные, и мы никогда этого не достигнем. Но сейчас, когда мы их получили, это ну, такая маленькая мечта, которая сбылась, и это еще раз показывает, что если человек чего-то хочет, он обязательно этого достигнет. И это дает нам возможности при трудоустройстве, и в общем мы чувствуем, что мы можем то, чего мы хотим, и если мы захотим работать где-то, мы обязательно это получим. Очень много теплых слов у меня есть в отношении заведующего кафедры, в отношении наших преподавателей, потому что ну, они вложили в нас все, что могли, и даже больше. Поэтому не всегда все было гладко. Но мы все очень благодарны и, в принципе, по истечении времени помнится только хорошее и слова благодарности